Привет из солнечного города Сочи. С вами Арина. И мы начинаем новый влог. Я сейчас пойду на Валберес и получу свою посылочку. Потом мы зайдем с вами в Магнит, и я поеду домой. Я вам покажу, что же мне там пришло. Будьте со мной, я с вами, друзья. И влог начинается и продолжается предыдущий. Ну что, друзья, давно мы не заходили в Магнит. Сейчас посмотрим немножко по ценам. Как раз что-нибудь прикупим домой. О, тележечка как раз нас ждет. Отлично. Кофе. Кстати, вот это вот со скидкой смотрю. Но я выбрала хороший кофе. Черная карта 269. Хотя я и варю, но такое я тоже люблю кофе брать. Смотрите, сколько много ценников на кофе. Сейчас, значит, я точно возьму какой-нибудь себе кофею. Ну, можно взять вот это попробовать, кстати. Видите, и Нескафе тоже со скидкой. И большие тоже баночки. Так, ну что... Ну, тортики нам точно не надо. Сырков я набрала. Кстати, сырки очень вкусные. Я брала вот этот творожный, такие вот треугольничками. И я брала Активия, кстати. У меня... Давайте кефирчик посмотрим, да? Кефирчик. И молоко нам надо, да? Кефир. Ну, вот... Есть. Видите, домик в деревне био, 1%. Вообще отлично. Видите, тоже желтый ценничек. Берем. Берем 2 кефира. Кефир я беру всегда на вечер. На вечер. Дальше молочком. Молочком. Возьмем. Я беру молоко сейчас, девчонки, 2,5. Вот тоже, кстати, по скидке, видите, кубанская буренка. Мне его хватает надолго. Дальше. Смотрим, что еще у нас есть тут. Вот кто любит, кстати, чак-чак. Казинаки, халва, зефир. Так, что у нас тут? Не пройти, не проехать, да? Видите, стульчик стоит. Так, творог у нас еще есть, нам не надо. Давайте немножко по цене покажу. Масло, творог... Майонез. Девочки, сейчас я вместо хлеба ем лаваш. Он менее калориен, поэтому лаваш мы берем с вами. Беру разный. Кстати, вот смотрите, вот этот магнитовский лаваш армянский. Он по 36,99. Ну, нам, в принципе, для питания. Ничего и печень, в принципе, не собираюсь, поэтому возьмем, да. И черный хлебушек берем. Тоже сейчас выберем какой-нибудь. Ну, можно вот этот взять с тмином. Я люблю такой. Дальше яйца пошли. Лето нету моих, которые я всегда беру лето, да. Но есть вот такие вот. Они, конечно, помельче.
чем лето. Видите? 389, 30-ка. Берем. А, что еще? Девочки, я прошла мимо сыра. Сыр нужен всегда. Сейчас мы выберем с вами сыр. И пойдем дальше. Что, друзья, я всегда беру вот такой ламбер. Так, я не вижу, Маздам есть или нет. Маздам никому не дам. Как мы любим все перефразировать, девочки, да? Так, что у нас тут? Где тут у нас еще открывается? Так, это что? Сыр Гауда 83. Белорусский по 62, кстати, сыр. Видите? Девчонки. Я в тот раз тертый брала. Я возьму для яичницы вообще самое то, да? Ну и вообще пригодится. И еще я всегда беру, девочки, у меня заканчивается, я опять покупаю плавленый вот такой вот сыр Президент. По скидочке 200 рублей. Мне хватает его тоже надолго. Можно лаваш помазать. Как-то, да? Все такое вот вкусненькое сделать себе. Так, еще я сейчас беру какие-нибудь сардельки. Баварушка, это сосиски у нас, да? Какие-то. Это надо в магните в центральном брать. Сейчас посмотрю, есть тут сардельки вообще или нет. А, вот есть. По 100 рублей, девочки, телячьи. Вы любите такие? Напишите. Возьмем. Пригодятся. Смотрите, кстати, вот у меня папа любит краковскую колбасу. Тут написано, правда, краинская, да? Она по 66 сейчас по скидке идет. Вот кто есть. Девочки, я с вами брала в магните блинчики с мясом. Вот по 3 штучки. Мне очень понравились. Это мы лучше, наверное, завтра после бассейна с подружкой заедем еще в магнит. Там креветки большие королевские привезли тоже. Раскупим. Все, идем на кассу. Я вам скажу, сколько у меня чек получился. Какое самое необходимое. Мороженое у меня еще есть. Вкусненькое я брала тогда. Ведерко филевское. Пока не надо. А вот по скидке еще покажу. Трюфельные конфетки я брала у Дюрсо. 200 рублей. Я такие не брала, в принципе. Так, ну что, друзья, вы видели, что я купила. Сейчас покажу чек. И едем домой разбирать. Валберес. 1796,55. Ой, упал. Уронила. Женщина, подними, так нельзя. Твоя машина, что ссоришь-то? Девочки, никак не могу доехать еще помыть свой автомобиль. То дождик, то работа, то занято, то бассейн, и понеслось, да? Ну ладно, как-нибудь выберусь. Все, еду сейчас домой. Время сколько у нас? 3 часа, пора уже обедать. Ну, пока я вам там сейчас еще сниму. Потом обед у меня будет часа в 3, не раньше. Ну, а у вас во сколько обед, друзья? Ну что, поехали. И как раз я, когда еду, я вам рассказываю какую-нибудь интересную информацию. Недавно в комментариях ко мне залетел такой вопрос про бассейн. Я, конечно, говорила в предыдущем влоге, но ничего страшного, я повторюсь, девочки, я не гордая, но, правда, смелая.
Вот. И насчет бассейна в Тихом Доне. Я показывала, там есть два бассейна, крытый и открытый. И по поводу цен на абонементы и на разовые посещения. По поводу, давайте начнем сначала. Медицинскую справку надо приобрести. И там у них тоже это имеется. У них принимает врач, меряет вам давление, проверяет кожный покров. И справка эта стоит 770 рублей. Девочки, принимает врач там каждый день, кроме выходных, до часу дня. Вы можете попасть. Далее, вода в бассейне меняется один раз в день с 12 до часу. Вы можете ходить в любое время, посещение час, плюс за этот час включаются гидромассажеры вот эти с лампами, и вы там как раз можете помассажировать себе и шейку, и спинку, и ножки, и стопы. Это вообще очень приятное удовольствие, кстати, девчонки. Ну, мужчины, кто смотрит. Далее, по поводу цен на абонементы. Если вы посещаете разово, то вы покупаете талон, который стоит 390 рублей. Ну, 400 рублей примерно, да, запомнить можно. Если вы покупаете абонемент, так называемый, но он идет в талонах, 10 талонов, это уже идет оптовая цена, за талон 330 рублей. То есть, если вы покупаете 10 талончиков, то у вас составляет цена 3300 рублей. Медицинская справка дается на 3 месяца, а вот эти талончики, они бессрочные. Вы можете эти талоны даже в течение года, как говорится, посетить, хоть там раз в неделю, раз в 2 недели, как хотите. Но мы с подругой посещаем, естественно, бассейн 2 раза в неделю. Вот. И что хочу сказать, мы разное время выбираем. Когда мы были в 12 часов до часу поплавали, вода в бассейне круглогодично 28-29 градусов. Вот реально прям тепло, так здорово, супер, как у себя в ванне, грубо говоря, да? Ну и плюс это морская вода, это полезно, плюс гидромассажеры вот эти, которые включаются. Это тоже все полезно. Вот, дальше. Хочу сказать свое мнение про бассейн. Мы в том году тоже с подругой ходили, но мы начали раньше ходить, с осени. А в этом году что-то мы все заработались с ней. И я потом ездила на Новый год домой, в Москву, естественно, да. И как бы потом месяц я, декабрь, тоже была занята. И, в общем, пока приехала, мы только в феврале начали ходить в бассейн. И сейчас мы ходим на разное время, но примерно когда в 12, когда в 2 часа, в 3. Там, кстати, еще два раза в течение дня есть тренер, женщина, которая преподает вот эти вот водные процедуры в воде. Акваэробика называется, девчонки. Это бесплатно. Это если вы пойдете в то время, там, по-моему, в 4, она сказала, и с утра, в 11, что ли, то вы попадете еще на акваэробику, и это как бы тоже включено в ваши деньги, в ваш талон, по желанию. Акваэробику мы попадали. Где-то она идет примерно 15-20 минут. Очень хорошо там преподают, там разминание, разминаются и шеи, и руки, и ноги. Там, в общем, девочки, что только не вытворяем в этой воде. Вот. Поэтому, друзья, сейчас я еду домой и буду уже показывать вам покупки с Валберис. А вы пишите свое мнение по поводу цен, и по поводу бассейна, и по поводу покупочек. Приехали домой. Сейчас буду разбирать пакет вместе с вами. Что же я купила на Валберес, девочки? Здесь очень много еды, корма для моей Жозефины. Вкусняшечки. И самая интересная продукция, которую я вам покажу,
под конец. Так, девочки, помните, я показывала, что я купила базовую футболку с длинным рукавом, черную, под свою белую жилетку. Я заказала еще две. Мне они очень понравились. Называется Long Sleeve. Еще раз сейчас покажу. Девочки, настолько мягкая, удобная. Это просто вообще... Мне так понравилась она. И она такая тоненькая. И вы знаете, очень прям, ну, базовая, обычная. Длинный рукавчик. Кстати, черный цвет очень скрадывает вообще, да, девчонки? По идее-то. Вот смотрите, горлышко обычное. И читаем. Город Иваново. Девочки, город Иваново рулит, да? Две. Такие купила две еще. Почему? Потому что они по скидочке сейчас там, я не помню, 500 рублей, что ли. Пригодятся. Даже дома ходить, девочки, тоже пригодится. И вторая тоже такая же футболочка. Но не буду ее уже распечатывать, да? Что еще я приобрела? Девочки, здесь очень много еды. Я не знаю, нужны ли вам ссылочки. Но это для собачников. Вот. И вот такие вот я ей беру вкусняшечки. Смотрите, вот такие косточки. Косточки кальцевые с курицей. Раз. Дальше. А, здесь еще у меня в машину я дезик купила. Сейчас покажу. Мы с подругой больные, поедем дезиком в автомобиль. Мы вечно берем, экспериментируем, у кого как пахнет, заходим, прям обнюхиваем, прям кайфуем от этого. Дальше. Лакомство для собак, кальцевая косточка с уточкой, 55 грамм. Но я, как всегда, не взяла ножницы. Девочки, ну вот такие вот маленькие. Дальше, что я ей взяла? Все это есть в магазине, но там нет такого выбора, как на Wildberries. В том году я старалась покупать вот такие вещи на Wildberries, но мне почему-то в последнее время приходили грязные, рваные упаковки. А в этом году я посмотрела, думаю, надо попробовать еще взять. Почему? Потому что выбор очень хороший и, смотрите, очень хорошо упаковывают. Но по цене также. Косточки кальцевые с курицей. Дальше. Вот это вот что-то я новенькое ей взяла, девочки. Что-то новенькое. Сейчас распечатаю, даже посмотрим. Как раз она меня ждет. И я ей вручу. Девочки, так вкусно пахнет, прям, знаете, копченостями. Ничего себе. А, это для зубов. Девочки, берете ли вы вот такие? Смотрите, какие прикольные, как щеточки, косточки. Я их взяла первый раз. Вообще обалденно пахнет, вкусно. Так, сейчас скажу, все по-иностранному, девочки, написано. Это надо смотреть, наверное, заходите на Wildberries. Лакомство для животных. Говядина, курица, свинина, молоко, рисовая мука, коллаген, гидроизолированные витамины и вода. Срок хранения 24 месяца. Так, и что еще? Ну и вот такие вот еще я ей взяла. Вот такие вот вкусняшки. Это печенье. Это печенье тоже с каким-то лакомством идут. Так, это все убираем. Что я еще приобрела, девочки? Что я еще приобрела? Так, еще я приобрела дезодорант парфюмированный в автомобиль. Подруга купила, мне понравилось, тоже хочу. И это у нас вот такая голова волка. Ничего себе, она уже через вот эту пахнет. Представляете, девчонки? Я хочу сказать, вот тут она крепится на магнитике, вот магнит, я не буду распечатывать, вот, но это вот она обычная, видите, и она именно одноразовая, она просто вот ее зацепил, ой, и знаете, я взяла какой-то запах там, то ли флёр наркотик, там есть вот такие под наши духи, девчонки, под наши духи, да, сейчас посмотрим.
В общем, девочки, пришлось одеть наушники, потому что шум, да, вы слышите шум. Этот шум у нас всегда распространяется в течение всего года. Кто-то делает какие-то ремонты, меняет окна, двери, да, соседи. То есть очень слышимость большая. Дальше. Что дальше, девочки? Моя дочка была в салоне красоты в Москве. И там девочка, мастер, ей посоветовала вот такую продукцию. Не реклама, предупреждаю, особенности для Ютуба. Это все куплено на мои деньги. Значит, смотрите, девочки, сейчас я вам покажу. Это германское средство, как всегда буду пользоваться. Через пару недель расскажу свой результат, да, свое честное мнение, как всегда. Не будем ждать пустых баночек, естественно. Значит, показываю Rich Repair. Я не знаю, девочки, вот смотрите, прочитайте, наверное, сами. Вот так вот, вот вам видно. Gold Wheel, вот здесь вот написано, да. И что это за средство? Девчонки, это у нас сыворотка, невесомая сыворотка, которая будет структурировать ваши волосы, как я почитала, на Валберес, да, про нее. Ну и дочка сказала, что вообще результат классный. Говорит, мам, возьми. И она же мне и ссылку, естественно, и отправила. Говорит, когда уже волосы ты высушишь, потом ты берешь, кстати, а давайте попробуем, кстати, да, я сегодня как раз мыла волосы и сушила феном. Вот интересно мне знать, как она пахнет. Так, девочки. И она наносится на сухие волосы. Так, ее надо сейчас тут открыть. Ага, вот, берем и пробуем. Как раз, вот, давайте, мне тоже стало интересно. Чем она пахнет, девочки? Пахнет она какими-то ягодами. Вообще просто супер запах. Я люблю все такое вкусненькое. Я и цветы люблю, как пахнут, и фрукты, и ягоды. Что-то здесь такое дезодорированное, немножко как от какого-то парфюма. Вот сейчас развеивается запах. Ну ладно, пробуем. Значит, она сказала, что вот берешь и наносишь на кончики по росту волос. Дальше, как эта система работает, как она сказала, просто еще надо феном обдуть ваши волосы. Вроде как лечит. Так, мне чуть-чуть не хватило. У меня, как всегда, волос предостаточно. А, кстати, сколько его здесь? 100 миллилитров, девочки, 100. 100 здесь не так много. Так, ой, оно, знаете, прям молочко вот для волос. Ну, написано сыворотка, такая невесомая сыворотка. И сейчас волосы пахнут, как будто вы прям только что дорогим шампунем, девчонки. Ой, ну я расчесочку, конечно, как всегда не взяла, я забыла. Но вот, смотрите, мягкие, уже мягкие стали волосы. То есть вот, чтобы кончики ваши не были такими жесткими, да, вот, и вы сами сейчас будете наблюдать, что даже, вот смотрите, сияние появилось. Я всегда люблю брать продукцию, я тем маслом пользуюсь, которое вам тоже говорила, да, и всегда люблю, когда эффект разглаживания идет. Смотрите, видите, девчонки? Класс вообще, я это обожаю. Причем вы заметили в том влоге, я записалась на кератин к девочке, вот, мы посмотрели результат у моей мастерицы. Вот, и будем делать. Значит, да, волосы, знаете, прям даже не расчесывая сейчас, стали такие вот мягкие, вообще прям девчонки. Ну, молодец, дочка, тебе привет, она меня тоже смотрит. Сейчас ей позвоню, скажу, что мне все понравилось. После того, как вы нанесли на кончики и разглаживающим таким поверхностями делаете волосы, вы продуваете еще феном, естественно, девочки. Обязательно, я так поняла, это как фиксация. Смотрите, я даже вот без расчески руками расчесываю, и уже, кстати, и уже, вот, девочки, они прям, вот, у кого вьются волосы. Смотрите, какие, ой, прям мягкие такие. И вот разглаживающие, смотрите, в общем, расческа и фен будут работать на ура, девочки. А, сюда не нанесли, не нанесла на челочку. Давайте еще немножечко, еще чуть-чуть. Так, на челку. И у меня еще заколота заколка. Естественно, там тоже у меня еще волосы. В общем, короче,
волосяной покров работает как надо, да? У восточных дам. Так. Ой, как же вкусно пахнет. Девочки, шикардосно, шикардосно. Сейчас еще сделаю фоточки вам на заставочку, чтобы вы знали, что я приобрела на Валберес в этот раз. И самое главное, девочки, я тут сидела, думала, как всегда, влоги мы смотрим других девочек, да, и надумала поменять свою шкатулку под серебро, девочки. У меня под золото есть такая же, ну, наподобие, правда, не такая, она повыше чуть-чуть, другая шкатулка, она тоже кожаная, а она темная такая, коричневая, вот. А это я купила, ну, естественно, серебро у нас светлое, да, и мне что-то захотелось купить такую шкатулочку, я вам сейчас ее покажу, и под серебро, и белого цвета, тем более у меня кругом мебель практически белая везде. Значит, открываю. Какая красота, девочки, тоже кожаная она. Шкатулочка вот так выглядит. Смотрите, она большая. Я оставлю вам ссылочку, девчонки, на нее обязательно. Просто не реклама, все куплено на мои деньги. Для Ютуба говорю персонально. Все на мои деньги куплено, девочки. Не обращайте внимания, это наша фишка такая. Я так поняла, блогерская, да? Ну что, девчонки, ой, она прям летит уже. У меня реально много серебра, реально много украшений разных, девчонки. И еще у меня есть серебро в золоте, очень много. Поэтому вот я приобрела вот такую вот. Она белая, чисто белая, прям вообще шикардос. Открываем. Сейчас, девочки, неудобно, я открою. Я люблю, кстати, когда замочки золотые. Ух ты. Ух ты, ух ты. Смотрим, что внутри. Так, здесь у нас специально взяла без зеркала. Та шкатулка у меня с зеркалом посередине. Специально взяла без зеркала, чтобы было место повесить вот эти цепочечки, браслетики. Смотрите, здесь еще кармашек идет. Дальше идет, смотрите, что это у нас такое. Ну, это чтобы запах убивало, да? Дальше идет, ух ты, даже под часы, смотрите, да, под часы, мои часики положим, Майкл Корса, да, а вот, и здесь, пожалуйста, можно, здесь у нас, смотрите, открывается шкатулка, там кладете пусеты, маленькие колечки, маленькие сережки, сережки сюда вот можно приколоть, да, и вот здесь еще очень много, смотрите, сколько много, да, и еще выдвижной ящик вот такой вот. Выдвижной ящичек мне тоже понравился. Здесь в основном пойдут браслеты, вот, и все такое прочее. И вот такую шкатулочку очень красиво, даже вот у меня белая стеночка, вот, очень красиво ее поставить, и мне нравится вообще, мне понравилось. А как вам? Напишите свое мнение, девчонки. Вот сегодняшняя моя продукция, девочки. Я хочу сказать, что я счастлива, я довольна. Вот, и сейчас я буду готовить себе обед, хотя время уже, девочки, доходит 3 часа. Ну что, я всех люблю, целую, вам прекрасного настроения, дня, вечера, ночи, смотря в какое время вы меня смотрите. А с вами, как всегда, была Арина Море, Сочи, друзья. Пока-пока!